Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу», с вами Ольга Алексеева. В этом году Минздрав Республики утвердил корпоративную программу по укреплению здоровья на рабочем месте. Основная ее задача – убедить людей отказываться от вредных привычек и приобщаться к здоровому образу жизни. Желание принять участие в этой программе уже высказали представители 5 предприятий республики. Завод имени Чапаева, АКОНТ, Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры, акционерное общество «Тароупаковка» и предприятие «Рекон». Что это за программа и как к ней присоединиться, расскажет Елена Наумова, главный специалист по медицинской профилактике Минздрава Чувашии. Елена Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы занимаетесь региональным проектом укрепления общественного здоровья. Это корпоративная программа. В чем ее суть? Расскажите, пожалуйста. Да, корпоративная программа – это одно из направлений, значит, проекта укрепления общественного здоровья. Ну, конечно, тут Министерство здравоохранения ставит определенные, как скажем, краткосрочные цели, среднесрочные и, так скажем, долгосрочную перспективу. Это, конечно, самая главная наша основная задача – это увеличить среднюю продолжительность жизни нашего населения. И то есть мы стоим на пути к цели 80+. Вот один из проектов, корпоративная программа, она предусматривает, так скажем, несколько направлений. То есть мы их называем модульная программа. То есть она направлена, первый модуль, на профилактику потребления табака. Следующий модуль – это на снижение потребления алкоголя с вредными последствиями. Это здоровое питание на рабочем месте. Это повышение физической активности. И последний модуль – это психологическое здоровье и благополучие. Конечно, для того, чтобы приступить к этому проекту, вы уже сказали, мы выбрали определенные предприятия, которые самостоятельно изъявили желание участвовать в нашем проекте. Мы должны в первую очередь еще понять, насколько, значит, необходимо изменить те или иные факторы среды, в которых сотрудники того или иного предприятия работают. То есть понимать, какова создана среда для того, чтобы рабочее место, оно не только, значит, на нем человек работал, но и кроме того, чтобы он мог укрепить свое здоровье в течение рабочего процесса. Как правило, мы больше обращаем внимание на охрану труда, на безопасность там, производства. Это важный компонент, и, конечно, на это влияет здоровье человека. Но еще очень важное направление – это формирование здорового образа жизни в условиях производства. То есть здесь, конечно, есть определенные задачи перед работодателем, есть определенные задачи перед работником. Поэтому вот эти совместные усилия, как бы они позволят в целом нам сохранить здоровье работающего человека. Программа и называется у нас так сама по себе – укрепление здоровья работающих. И Министерство здравоохранения выступает здесь определенным, как сказать, организационно-методическим центром. То есть мы эту программу курируем, мы помогаем предприятиям, которые изъявили желание, готовы им помочь, значит, не только методически, но и, так скажем, провести всевозможные лекции, провести обследование и показать действительно работодателю, что это работает, что это приносит определенный финансовый результат, что это имиджевые вещи. Ну, я думаю, что сотрудники сами предприятия тоже получат определенные бонусы, плюсы от того, что они участвуют в нашем проекте. Первое, с чего начинаем, это аудит. То есть любое предприятие, которое изъявило желание, оно проходит определенный аудит по тем всем блокам. То есть мы как бы понимаем, в какие моменты есть какие-то проблемные, что необходимо сделать для того, чтобы создать так называемую здоровую среду. А вообще наша основная задача, чтобы на всех этапах человек находился в здоровой среде. Раз вот мы, значит, затронули тему здорового питания, что мы, например, предполагаем? Понятно, мы хотим, во-первых, сначала изучить, как вообще сотрудники питаются, насколько они... Где питаются. Да, это важный компонент. То есть есть ли условия для приема пищи на том или ином предприятии? Это очень тоже такое интересное направление повышения физической активности. Кстати, вот эту зарядку, которую мы раньше называли производственной гимнастикой, Министерство здравоохранения так сейчас интересно называет физкульт-брейки. То есть какая-то определенная в течение рабочего времени 10-минутный перерыв на повышение физической активности. То есть все сотрудники... Включая руководство обязательно. То есть начинаем всегда с себя в первую очередь. То есть и начинаем, приступаем к определенному комплексу. Какое-то из предприятий уже начали проводить? Да, мы уже начали. Вот, например, у нас очень активные сотрудники Чапаевского завода. Им большое спасибо. То есть мы уже провели у них анкетирование. То есть мы уже знаем так называемые начальные точки. То есть какой процент у них есть курящих, кто неправильно питается. То есть мы уже работу с ними начали. И поэтому им большое спасибо, что они нам в этом помогают, очень активно принимают участие. В целом, конечно, то есть по каждому блоку мы хотим достичь определенных индивидуальных таких
таких вот, значит, положительных результатов. Это чтобы снизилось количество потребляющих сигареты, да, чтобы уменьшилось количество людей, которые злоупотребляют алкоголем, чтобы больше стало сотрудников, которые правильно питаются, чтобы больше стали уделять своей двигательной активности. То есть поэтому в условиях производства, то есть вот эта среда, это, скажем, взаимное общение, оно тоже приводит к достаточному такому большому, широкому результату. А мы уже посредством, значит, вот такой вот доказательной базы, посредством какого-то опыта дополнительного, то есть мы уже вот эти, значит, так скажем, определенную библиотеку собираем, и я думаю, что таких предприятий у нас станет больше. И чтобы любое предприятие в нашей республике, оно соответствовало принципам здоровья. Чтобы человек, придя на свое рабочее место, он понимал, что о нем здесь заботится. Сейчас у нас погода резко изменилась, дождь и слякоть. Прививки. Вот что касается вот прививочной кампании. Эти предприятия как-то коснется, с которыми вы работаете, с вашей стороны? Обязательно, потому что кроме вот тех блоков, которые я сказала, конечно, нам бы хотелось бы, чтобы предприятия еще занимались репродуктивным здоровьем, так называемым здоровьем мужчин и женщин. И второе направление – это вакцинация. Поскольку вы знаете, что в рамках национального календаря, то есть Министерство здравоохранения запланировало 48% населения привить от гриппа. Это проходит бесплатно. То есть есть определенные декретированные контингенты. То есть кто это? Это дети, это студенты, это работники образовательных учреждений, это медицинские работники, работники транспорта, коммунальной сферы. Это люди старше 60 лет. И, значит, те, кто стоят на диспансерном учете у врача, то есть имеют определенные заболевания. Но у нас еще остальная достаточно большая часть трудящихся, именно, значит, которая остается непривитая. И поэтому здесь задача работодателя за счет собственных средств приобрести эту вакцину и, значит, сделать вакцинацию своим сотрудникам. Это, я думаю, отразится не только на снижении заболеваемости, то есть сотрудники будут меньше болеть, но и в целом производительность труда у таких сотрудников она будет выше. И поэтому задача работодателя, а наша задача как бы его смотивировать для того, чтобы работодатель за счет собственных средств эту вакцину приобретал. У нас на сегодняшний день подана заявка на 2500 человек, которые готовы привить самостоятельно, то есть при помощи медицинских организаций привить, значит, своих сотрудников. Ну и говорить, если, конечно, о том, что начинается сезон гриппа и то, что у нас прививочная кампания уже началась, это очень важно. Поскольку добиться именно иммунитета нужно не меньше, чем за 3 недели до, значит, так называемого сезонного гриппа. Да. Поэтому уже, например, в декабре будет немножечко поздно. И поэтому и на сентября мы вот эту прививочную кампанию как бы уже начали. Вот ваше мнение, стоит делать все-таки прививки или нет? Многие говорят, потом не могут избавиться от этой вакцины, которую им привили. На сегодняшний день вакцинация является самым эффективным способом борьбы с гриппом. То есть это доказанный факт, это даже не нужно как бы обсуждению даже не подлежит. То есть это инфекционное заболевание. А любая инфекция – это все-таки вакцинация, в том числе и грипп. Значит, в настоящее время у нас есть разные вакцины. В этом году, например, прививается население сови-гриппом, так называемый грипп, от трех антигенов. То есть защита идет от вируса, двух вирусов гриппа А и вируса группы Б. И поэтому до сезонного такого подъема, кто прошел уже вакцинацию, то есть у него к декабрю месяце сформируется достаточно хороший иммунитет. Конечно, прежде чем вакцинацию, значит, пройти, в любом случае нужна консультация либо фельдшера, либо врача. То есть она не проводится без консультации медицинского работника. И уже доктор определяет, то есть есть ли противопоказания для вакцинации или нет этих противопоказаний, решает только доктор. И мое однозначное мнение, конечно, вакцинацию проходить нужно. Потому что она защищает от гриппа и, по крайней мере, от тех нежелательных последствий, которые могут возникнуть, если человек, допустим, заболеет. Поскольку грипп сам по себе, он ведь опасен еще и последствиями. Да. То есть это может развиться пневмонией в первую очередь. Это могут быть осложнения со стороны сердечно-сосудистых заболеваний. То есть миокардиты, перикардиты, со стороны нервной системы. Поэтому легче сделать прививку и сэкономить, как говорится, на своем свободном времени, чем, допустим, потом лечиться и покупать кучу таблеток и бороться с последствиями. Это намного будет и финансово затратнее, и на больничном
личном листе пребывания, то есть окажется, нужно будет покупать дополнительные какие-то лекарственные препараты. То есть лечение достаточно такое, ну, скажем, не 1-2 дня занимает. В любом случае придется где-то на больничном, в лучшем случае, просидеть неделю. Да, и поэтому лучше... стоит внимание обратить работодателям обязательно, еще раз. Обязательно, конечно. И мы в первую очередь за то, чтобы прошли вакцинацию не только декретированная группа, но и работающее население. Особенно те, кто пребывает в местах массового скопления. То есть у кого, значит, есть маленькие дети, например, тоже, да, престарелые родители, например. Потому что это все-таки заболевание инфекционное, которое передается таким вот контактным, воздушно-капельным путем. И поэтому если не думать о себе, то уж о детях нужно конечно, задуматься. Конечно, о родителях, значит, о детях нужно думать обязательно. Но и если вдруг, конечно, мы заболели, первая рекомендация – не ходите, не заражайте своих сотрудников. Не заражайте, не отпускайте ребенка больного в школу или в детский сад, потому что это будет и хуже, и могут, значит, возникнуть и возможные осложнения, но и последствия лечения окажутся более длительными, потому что постельный режим, он все-таки более эффективный, скажем, чем прийти на работу с температурой там, 38 и так далее. Ну, конечно, профилактика – это свежий воздух. Это основные моменты, которые мы всегда пропагандируем. Свежий воздух, свежие овощи и фрукты, физическая активность, правильное питание, проветривание помещений, влажная уборка. То есть те основные моменты, которые в первую очередь мы обращаем всегда внимание. То есть достаточный сон, то есть режим труда и отдыха – это тоже важный компонент. Он укрепляет нашу иммунную систему. Что ж, спасибо вам большое за беседу. Приходите к нам еще. А я вам желаю здоровья. До свидания. До свидания.